Всем привет, с вами Лего Стайл. Сегодня будет 3 обзора, потому что я на 3 дня уезжаю, да. На пятницу, субботу и воскресенье. Вот, значит, сегодня у нас обзор на микселей. Это, скажем так, первый обзор. Это именно на микселей. Ну, давайте поближе к делу перейдем, уже к сути. Рассмотрим первого микселя, менее интересного, скажем так. Значит, вот от него коробка, это у нас Magnifo. Миксели, третья серия, 6+, 41525, артикул и Cartoon Network. Также у него был миксель. Вот Vista Stix Max, здесь все остальные персонажи. Также у него есть инструкция. Инструкция перед вами. Вот она, Magnifo. Вот так вот выполнена его инструкция. Есть список всех персонажей. Теперь у меня они все уже есть, наконец-таки, да. И здесь изменем вот этот вот Уинни. То есть уже без орущего пацанчика. Так, ну... Теперь, наконец-таки, я поставлю Миксия, скажем так, в кадр. Скажу вот что. Он мне меньше всех вообще нравится из Микселей. Это волшебник, сразу видно, человекоподобный, только с одним глазом и с непонятными зубами. Это единственное его отличие от людей. Вот. Значит, он имеет две очень редкие магические палки, которые Звездные войны есть только у какого-то там джедая, у Мейс Винду, вот. Только у него есть. То есть это очень для... То есть если вы любите Star Wars, можете купить этого микселя для палок. Вот этих вот. Вот такие вот у него есть палки. Также это, правда, не надо делать. У него может вот этот колпак вот так вот делаться. Плоский глазик вот такой. Дальше присутствуют синие детали, вот здесь синие, а также вот здесь синие. Вот, ноги у него маленькие такие вот, большие, маленькие, большие. Логика! Нет, это просто обычные ноги, фиолетовые такие. Устойчивые и маленькие, да. А также есть плащ. Плащ очень хорошо выполнен, он мне нравится. Да, такой нормальный миксель. Ну, просто не очень. Как для микселя нормальный, по сравнению с другими не очень. Вот. Что, это прозрачная деталька. Первый раз у меня такая прозрачная именно. Вот у него руки, две магические палки в руках. Кстати, это тоже прикольная деталь, вот это. В общем, этот миксель выдался... самым плохим из всех, но, в принципе, я бы не сказал, что ужасен, но нормальный, в общем, да, нормальный. Отставим его в сторонку и посмотрим уже болотных чудовищ. Ах, да, точно, чуть не забыл. Тут был Никсель, вот такой вот Никсель со злобным лицом, с маленькими ручками. Он такой, Никс. Они так всегда говорят, Никс, и он очень злой и хитрый. Классный такой Никсель. Давайте уже рассматривать болотного Микселя. У него не будет Никселя. Упаковка перед вами, вот она упаковка, я очень давно хотел торца. Третья серия, 41520 артикул, Лего Миксели 6+, и Cartoon Network написано. Или Cartoon Network, кому как больше нравится. Здесь Glorp Corp Max, такой вот заяц непонятный со слюнями. Это вообще ржачный заяц. Вот здесь эти три. Ну, говорил, все миксели у меня есть, да. Что ж, инструкция. Сейчас покажу. Как-то по картунному мне намного больше нравится. У него какие-то слизняковые руки. Ну, не только потому, что слизняковые руки, да. А не звездочки. В общем, вот такая вот зелененькая инструкция.
Здесь всякая тут игра написана, что есть здесь каких-то других три микселя. lego.com/mixels. Здесь два микселя. В общем, все понятно с ней. И опять же новая вот эта вот обложечка. Вот. Ну, давайте смотреть уже наконец-таки нашего неповторимого зелененького дружка. То бишь микселя. Знаете, что мне показалось странным? Уже два дня как никого не подписывается. Только была одна подписка. Ну так что жду подписчиков. Можно и так сказать. Значит, этот ракурс не совсем удачный. Вот такой вот ракурс удачный, да. Вы видите, какой он миленький, красивый, хороший. У него очень пластичные ноги. Он может принимать вот такие вот позы. Очень милые. Ну, такие маленькие зубки, такие милые добродушные глазки, такие коротенькие, но крепкие ноги. Также вот эти вот, типа, слизи, это такие, как бы, звездочки на палках, то есть он такие, кислота какая-то. Здесь у нас немного, мне показалось странным, вот это место. Почему здесь ничего нету, как-то странно показалось. Ну ладно, даже вот, допустим, без этого он уже ужасен. Няшка. Ужас. Ого, ужас, реально. Вот так вот хороший. Очень милые ноги у него. Не так, а именно вот такие. Так вот, под таким углом, под таким именно. Вот, он даже милее этого котика. Да, он мне даже больше нравится, чем мой котик. Его можно ставить в любые положения, типа вот такого, там, не знаю, что там он, типа, там на одной ноге стоит, либо на двух, он почти везде получится. Миленький у нас, да. Вот. Ну, могли бы только чуть-чуть покороче вот эту штуку, вот эти штуки делать. Ну, он просто милаха. Очень крутой, я не пожалел то, что купил. А вот магический, сейчас я покажу вам магического, в кадр тоже его. Магический в три раза хуже. Да. А посередине миксель. Две упаковочки. То есть этот мне намного больше нравится, нежели чем он, Магнифу. На этом все. Хопа, ничего нету. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был LEGO Style. Пока. До скорых встреч.